Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну и для начала, наверное, зайдем в тренировку и заберем наших бойцов. Шикарно. Так, ну что, ребята, давайте смотреть, у нас в магазине что-нибудь есть? Ага, ничего нету, ладно, фиг с ним. И у нас в армии какие-то... Оу! Ребята, ГЦ. Что я могу еще вам сказать? У нас... Баллиста прокачивается на все 5 звезд. То есть фулл звезды. Я поздравляю нас с этим. Развить. И он у нас по максималке. Ё-моё. Слушай, а вот куда вот эти, ребята, лишние карты девать, а? Я смотрю, 9 штук у нас есть. Но мы с ними ничего сделать не можем. Ладно, фиг с ним, пускай лежат. Но факт в том, что он у нас уже полностью прокачанный. Так, Грифон. Грифон получает у нас... 3-ю звезду. Кстати, это тоже очень круто. У нас с вами очень мало летающих юнитов, поэтому Грифон здесь зайдет как никогда. Давайте смотреть дальше. Тут все, да, получается? Так, оу! Да ладно, ребята, у нас ведьма получает 4-ю звезду. Вот это новость, вот это шикарно. Слушайте, я рад такому началу. Так, и зайдем еще на арену, давайте посмотрим. Так, 24 карточки друидки мы с вами получаем 100%. И посмотрим, что нам выпадет из сундука. 22 карточки на короля, 14 фехтовальщика, 14 карты на базу и еще на базу 18. 20 тысяч еще монет получили. Слушайте, ну это вообще круто на самом деле. Давайте мы тогда 58 уровень, да я его разнесу сейчас в хлам. Так, поехали. Да, я возьму именно вот этот, ребята, отряд. И думаю, что у меня здесь все получится без особых проблем. Так, приступим потихонечку. Так, я уже, честно говоря, даже не помню. Ага, вот у него, да, вызвал он голема. Ладно, мы его встретим, наверное, вот таким образом. И я думаю, о, хотел только сказать, что сейчас буду вызывать БФГшку. Вот она, БФГ моя вышла. Ну, давай посмотрим, кто кого. На-ка, получил. Замечательно. Слушай, а может быть нам вызвать друидку здесь? Отражение, ребят, это плохо. Так, ну, опа, куда ты разогнался, родной? Вот, ребята, как выглядит у нас полностью прокачанная баллиста. Ну-ка. Я даже не вижу, ребята, чтобы он выпускал эти. Стрелы почему-то не видно было. Но в любом случае мы с вами получаем первое место. И, пожалуй... Кстати, секунду, у нас тут квест. И я еще заметил, у нас ежедневное испытание. Давайте посмотрим, что здесь. Так, разыгрывается тыквоголовый. Банщик, голем, тыквоголовый. А кого дадут нам? Ух ты, любого. Тогда, ребята, мы с вами пройдем этот уровень. И это будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Слушай-ка, может быть... Да, я, наверное, вот так вот сделаю. Ну что, поехали, будем разруливать, как говорится, ситуацию здесь. Так, начнем с накопления, да? С накопления маны, нам обязательно она пригодится. И я думаю, что акцентик у меня сегодня будет на кого? Слушай, ну, в любом случае, маг-воин пойдет. Ну и также еще нам нужен, ребята, здесь Ронин. По любасику, как ни крути. Ну-ка! Ай-яй-яй, слабо вышел. Банши, уйди. Ой, да она ничего сделать не может. Тыквоголовый появился. А мы его снесем сейчас. Все, да выеживался он. А че, мои, куда? Эй, куда вы побежали, родные? Вернитесь, я вам все прощу. Так, ты посмотри, как Ронин его бомбит, ребят. Я про голема. Практически на изи. Банши, упс. Ее здесь и не было. Все, я думаю, что здесь будет катка за нами. Вы сами видите, что мы уже бомбим базу. Только остается вызвать баллисту, чтобы она тут им всем показала, где раки зимуют. Тихо, 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 не надо. Не надо меня притягивать. Есть. Нормуль. Да, ребят, простите, может быть, у меня сейчас голос немножко севший. Но на самом деле очень сильно болит горло. Боюсь, что я заболеваю. Как говорится, записываю из последних сил. Ну что же, давайте, наверное, повторим с вами, да? А почему бы и нет? Ничего сложного я здесь не видел. Только вот я думаю, что
Да ладно, вообще-то так, наверное, и оставим. Можно вот Джаггера взять, но... Ну, не хочу. Я не хочу брать Джаггера, я возьму вот так вот. Да, молотильщик здесь, я думаю, сделает свое доброе дело. Свое доброе злое дело. Квест завершен. Тактик. Угу. Солидно. Так, ребят, сейчас мы накопим и... Да я, наверное, запущу Ронина. Опять Ронин вышел с раскачкой. Печалька, а мы вот так еще сделаем. Блин, вот это плохо, ребята. Так, бомбанули. Ай-яй-яй, не выпустил, ребята, он циркуляру, к сожалению. Ну да ладно, ничего страшного. В любом случае, мы их сейчас с вами победим. Так, а если я в ответку? А? Блин. Тыквоголовый ты достал, на самом деле. На самом деле, надо было, ребята, мне вызывать, наверное, прыгуна здесь. Ну-ка, попробуем. Слушай, убей себя сам. Через отражение. Блин, никак не хочет. Давай, 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 давай. Этот, молотильщик. Оборотень, прыгун, давай там, наяривай их. Слушай, Банши это достал уже, серьезно вам говорю. Так, поехали. Не прокатило. Давай так сделаем. Через отражение, ребята. Убейте себя там. Все, нормуль. Что-то как-то второй уровень у нас не особо хорошо зашел, да? Ну-ка. Блин, все равно она глушит. Причем конкретно, вы увидели, да? Банши кричит. И мой маг-воин вообще ничего не может сделать. Разноси. Прыгун отлично здесь сработал. Поехали, запускаем. Ёлки-палки, а. Ты посмотри, что он творит. Ну-ка, молотильщик, помогай нам. Без тебя здесь никак. Так, я вот думаю, давай вызовем, наверное, прыгуна. Банши, успокойся. Отлично. Так, Ронин, 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 Ронин опять, как всегда, идет еле-еле. Слушай, 58 секунд, мало времени осталось-то. Но я думаю, нам хватит, да, чтобы мы смогли забомбить базу. Ага, не хватило, к сожалению. Ну, да последнее приготовление осталось, елки-палки. Давай, есть. Ну, здесь как-то, ребят, чуть были не сфейлились. Я, кажется, знаю, почему. А потому что мы здесь с вами взяли молотильщика. Не надо было этого делать. Так, ладно, собираем еще один отряд и будем наказывать. Так, беру базу. Ронин. Возьмем мага-воина, прыгуна и баллисту. Вот такой отряд, это уже будет, ребята, топчик. Порвем сейчас всех. Ну а потом, конечно же, мы с вами отправимся уже на основную сюжетную линию. Никуда она от нас не денется. Ну, кто там? Опять у нас банч будет, да? Вначале голем, потом банч. Ну, как всегда, по стандарту. Ладно, будем ответку делать. Слушай, а можно, в принципе, даже сейчас вызвать баллисту? Я думаю, что это будет неплохо. Давай попробуем. Вот у нас баллиста. Ай-яй-яй. Ну-ка, Ронин. Плохо, плохо ты вышел, Ронин, плохо. Давай так сделаем. Замечательно. Ну, блин, баллисту потеряли, да? Ну, понятное дело. Так, эту банши снесли. Я вызову, ребят, еще одну баллисту на всякий случай, чтобы она прикрывала. Да ёпросты, ну ты достал уже, а. Давай, давай, давай. Сносим этого тыквоголового, он достал. Почему-то, ребята, когда у меня был тыквоголовый, он был слабенький. Здесь же жарит вообще по чернаку просто-напросто. Так, прыгун, давай, вся надежда на тебя. Сейчас будешь перепрыгивать и бомбить уже, я думаю, базу. Нет. Нет! Он перепрыгнул заранее. Ладно, фиг с ним. Ай-яй-яй. Убейте себя, гады, убейте. Вот. Вот это другой разговор. Понеслась, как говорится, жара. Давай размочить этого голема. Так. Нет, 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 нет. Здесь у вас никакого шанса уже не будет. Все. Вы, ребята, грубо говоря, спеклись на месте. Ну, есть. Ну что, ребята, все, мы с вами ежедневные испытания прошли полностью. Все карточки мы получили, и это очень круто. Так, ну что, давай посмотрим,
У нас в армии там что-нибудь изменилось? По-моему, нет. Нифига не изменилось, но зато мы с вами выполнили какой-то квест. Вот он. Все, ребята, поехали на основную сюжетную линию. Так, у нас не пройденный вот этот вот уровень. А почему? Теперь я вспомнил. Здесь у нас, ребята, БФГшки, да? Угу. БФГшки. По-моему, мы в тот раз с вами вот этим отрядом, да, играли? И выигрывали. Поехали. Не уверен, но надо пытаться. Так, тут вся надежда, ребята, на летучие мыши. На чумные летучие мыши, естественно. Так, вышел щитоносец. Хорошо. Я его встречу... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо. Давай вот так вот сделаем. И по возможности бы хотелось бы, ребята, уже призвать летучую мышь. Угу. Так, и давай вот так сделаем. Твою дивизию, ребята, успевает, да, выхилить? А если мы вот так сделаем? Бумс! Понеслась, как говорится, у них это вся ерунда. Давай, 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 отлично. Плюем, плюем, плюем. Чумная мышь, давай. Бомби, вот я еще, ребят, вторую призываю. И молотильщика вызову. Так, посмотрим, что у нас здесь получится из этого. Так, хилбота мы завалили. Вот, вот так бы и давно. Смотрите, как нам, ребят, сегодня везет. Нам фартит просто-напросто. Фаербол полетел. Красота. Слушайте, ну как-то, я не знаю, может быть, на свежую голову у нас сегодня так легко все получилось. В прошлый раз я не мог пройти этот этап. Кто не видел, обязательно посмотрите предыдущую серию, и вы увидите, что там было. Так, ну а теперь изи-катка, и по-другому ты не назовешь. Я нас поздравляю. Так, и что же? Забираем с вами сундук. Так, и нам выпадает 11 роботов, вот этих вот, да, с бомбой, и 8 щитоносов, и почти 10 тысяч голды. Ну что, неплохо, и мы с вами переходим на карту подданных. А сколько еще тут, ребят? Ой, две карты, подданные и захватчики у нас всего лишь остались. Ну что же, поехали, посмотрим, какие здесь уровни, какие здесь... Так, ну что я могу сказать, ребят, если у нас выходит здесь уже терракоша, то дальше будет просто жесть. Терракоша, короче, из самурая нас тут встречает, и я думаю, что для этой цели у нас пригодится даже вот этот отряд. Он не особо такой сильный, да, но я думаю, что вот для этих гавриков он как раз хорошо и зайдет. Тут у нас есть баллиста, тут у нас есть БФГшка, правда, я не знаю, ребята, БФГшка, мне кажется, здесь уже не актуальна. Хотя против терракошек мы ее не тестировали, я даже не знаю, как на их... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пока я тут со своими тестами, ай-яй-яй-яй, придется, ребята, так делать. Сейчас разрубит, наверное. Встан, встан, загоняй его. Ну! Да чтоб тебя-то... Ребята, их тут уже много. Я боюсь, я не справлюсь. Во, паладиныч вышел. Хорошо, ребята, вызываем эту помощь баз. Так, хорошо, пока нормуль, пока справляемся. Теперь давай БФГ. Слушай, ты ракоша, ты достал. Он же, ребята, уже подошел к нам. Так, мне нужен, ребята, паладин. Заморозка. Вот так, пускай постоят, подумают над своим поведением. Давай, о, прекрасно, БФГ сейчас сработало. Ничего не могу сказать против. Давай еще одну вызовем. Ребят, тут жара полнейшая, ты посмотри, что творится. Так, еще одного паладина вызвал. Ну, смотрите, вроде бы неплохо, вроде бы справляемся. Даже этих терракошек с вами разрубаем. Пошла жара, ребят, пошла. Слушай, ну довольно неплохо, я вам скажу. Особенно мне нравится, когда у БФГ выходит вот этот вот суперудар, которым она, в принципе, сносит любого. Это вообще отлично. Жалко, конечно, что 3 звезды у них. Они еще как бы, ну, слабоватенькие. Но это нам не мешает, ребята, пройти этот уровень. Вот что я могу сказать. Давай, давай, давай. Последнее приготовление, ребята, последние. Ну, баллисты есть. Отлично, все у нас получилось. Да, сказать, что была эта разминка, это практически ничего не сказать. Было сложно. Ох, ребята, здесь всадник на журавле. То есть это у нас летающий юнит, и поэтому нам придется с вами... Ха,
Вот этим отрядом играть. Другого варианта я не вижу пока. Мы не сможем с вами законтрить его. Нужно... Тут кто у меня? Ну, маг-воин может помочь мне в этом деле, да? И ниндзя. Вся надежда на них. Ладно, посмотрим. Так, пошли. Ага, самурай вышел. О, вот-вот-вот-вот-вот, об этом я вам и говорил, ребята. Вот они сейчас вдвоем-то здесь нам устроят пекло. Всадник на журавле чем хорош, ребята? Он сам себя отхиливает. Он просто сам себя отхиливать может. И вот в этом у него, грубо говоря, преимущество. Ага. Че, Таракоша, все? Приплыл? Нет, здесь он ничего против нас не сделает. Развалился. Так, давай. Опс. Ну, я вам могу сказать одно. Второй этап мы с вами тоже очень довольно легко прошли. Мощь империи мы с вами выполнили ежедневное задание какое-то. Квест, грубо говоря, да? И базу разнесли. Отлично, шикарно. Так, ну что, продолжим и давайте продолжать. Третий этап. Ого. Вот, вот, ребята, самое бесявое, что могло быть, это Вуджен. Погоди-ка, где у меня оборотень? Он в каком отряде у меня? А, у меня его и нету здесь. Так, хорошо. Нам придется, ребят, наверное, вот здесь вот вместо... Вот в этом отряде вместо молотильщика брать прыгуна. Другого варианта я не вижу, потому что Вуджен нас просто-напросто, ну, достанет в любой точке карты, где мы с вами не находились. Опа, забрали. Отличненько. Так, ну что, молотильщик... Придется тебя маленечко заменить. И заменим мы тебя на прыгуна. По крайней мере, я так хочу. Я не знаю, хорошо это или плохо. Можно было бы, конечно, взять и бородавочника. Опять я, ребят, теряюсь. Жалко, здесь нельзя по фракциям, да, сделать. Нажал бы вот фракцию, например, этой нежити. И хоп, вот тебе и прыгун. Но я его здесь не вижу. Вот он. Так, подожди, а почему у меня прыгун 73 уровня? С какого вдруг перепуга? Давай. По максималке, конечно же. Так, ну что, я надеюсь, ребят, вот таким вот отрядом, надеюсь, мы здесь с вами сможем пройти этот этап. Понимаете, здесь в чем суть? Короче, терраконовый воин, который будет стоять в окаменении, а сзади него будет стоять Вуджен, он будет наносить по нам дамаг, и мы пока не пробьем Терракошу, не доберемся с вами просто-напросто до Вуджена. Поэтому здесь мне нужен именно прыгун. Потому что прыгун может перепрыгнуть его и достать Вуджена. Как бы вот такая у меня, ребята, тактика намечается. Посмотрим, будет она срабатывать или нет. Во-во-во-во-во, ты посмотри, армия беспредельщиков вышла. Так, вот теперь выпускаем с вами Вуджена. Ой, ребята, рановато. Рановато мы с вами это сделали. Но, тем не менее, нам повезло. Так, заплевываем, заплевываем этих гадов всех. Так, Вуджена я пока не вижу, это хорошо. Да ты посмотри, он одного за другим вызывает. Так, давай еще попробуем с вами вызвать нашего прыгуна. Ага. Вот. Вот об этом я вам говорил. Вот сейчас самое... Погоди, а почему? Слушай, ребята, так не должно было быть. Мы должны были пробить Вуджена. Прыгун специально перепрыгнул и это... Фигня какая-то полнейшая. Ну. Так. Твою же маковку, да что ж получается-то здесь? Ничего хорошего, блин, мне нужен фаербол, ребят. Или чумная мышь. Еще одна. Не пройдут. Ребят, у нас чумная мышь будет здесь стоять до последнего. Знаете почему? Потому что Вуджен ее не сможет подбить. Он пускает только по земле свой этот дракончик. А у нас летающие юниты. Все, по-моему, здесь хана. 40 секунд, елки-палки, у нас по времени с вами очень фиговенько получается. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, родные, поднапряглись, кто там вышел еще? Травим того гаденыша, и я надеюсь, фаербол сейчас выпущу. Хотя мне не понадобилось это, замечательно. Все-таки, ребят, сработала моя тактика насчет прыгуна, все отлично. Правда, прыгун,
Почему-то не бил Вудженов, а бил кого угодно. Так, я скажу, вот здесь вот все изи. Здесь у нас черепахи. Черепах мы с вами будем, опять же, перепрыгивать тараконовых воинов и бомбить уже черепашонков этих. Надеюсь, все получится. Все будет изи и топчик, как всегда. У нас, ребят, по-другому не получается, верно? Ух. Ой, немножко подустал с тренировки, ребята. Все болит, но в то же время, знаете, такое блаженство у меня. Так, хорошо, он вызвал Терракошу. Угу. А давай тогда мы сделаем выпусти. Опа, опачки. Куда, 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 куда ты, черепашонка? Отойди отсюда. Погнали. Черепаху, черепаху, черепаху валим, 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 валим. Ну, есть. Наказали черепаху мы с вами. Да, ребят, здесь, по-моему, нам без летающих юнитов будет тяжко, поэтому я буду призывать. Блин, пока... О, дед! Ребят, у меня дед созрел. Вот теперь-то мы повеселимся. Вот теперь-то будет хорошо. Ну, давай. Бумс. Дед, давай, бух. Так, вот это вот, конечно, бесяво, ребята. Так, все, он отмахался. Погнали. Ты смотри, что черепаха стоит, ребята. Стоит, черепаха прикрывается. Гаденышка, а? Ну, вот так вот. Всем им досталось там. Ой, дед наказывает, ребята, по-жесткому. Ты посмотри, что он делает. Просто посмотри. Никто ничего не может сделать ему. Фаербол полетел. Вызываем еще чумную мышь, ребята, с вами. Так, что там творится? Я, ребят, в этой куче не могу даже понять, кто что делает. Но мы с вами выиграли. Слушайте, как-то больно легко у нас все это идет, получается. Так, ребят, здесь у нас богиня света. Солнце, света. В общем, богиня. И здесь, смотрите, очень много таких вот юнитов, да? Как говорится, вспомогательных. То есть Вуджен и черепаха. Тут нам по любасику, ребята, не обойтись без прыгуна. По любасику просто не обойтись. Надеюсь, что мы успеем с вами быстрее, как говорится, к нему подобраться и развалить базу. Потому что богиня света тоже здесь будет нас бомбить довольно жестко. Но мы же этого не позволим ей, так ведь? Мы не должны с вами этого позволить. Давай, для начала мы вызовем нашего Джаггера. Прикроем его, ребята, обязательно чумной летучей мышью. Так, что же нам дальше-то делать? Я думаю, да-да-да, вот настало... Нет, пока рано. Пока рано. А вот теперь пора прыгуна, ребята, вызывать. Вот, смотрите, что должно быть. Вот так это все получается. Все, по красоте. То, что и должно было... Кто там? Блин, там уже, ребята... Вышла черепаха. Будь она неладна. Так, а я в то время буду, ребята, копить. Копить, хотел сказать, на деда. Уже, ребят, на деда не надо копить. Надо бомбить. Вот так это будет делать. Опс, а? Как тебе, богинюшка? Ё-моё, вот это она наяривает. Ребят, смотрите, что она делает. Ну, дыдыч. Дед погнал, как говорится. И еще разок, все. Все, ребятулечки, богиня солнца отдыхает. Ну и правда, наш дед тоже расплавился. Так, слушай, здесь мне, знаешь, что нужно? Мне здесь нужно, ребята, фаербол надо. Вот так вот. Ты смотри, что происходит, а. Может быть, нам вызвать еще разок деда, как думаете? Оу, ты посмотри, там что сзади творится, ребят, какая армия ползет. Блин, мне это совсем не по нраву все. Совсем не по нраву. Так, 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 секунду, 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 секунду. Этих сносим. Ну, есть. Вуджен один, по крайней мере, попался. У нас 22 секунды, я не успею по времени, ребят. К сожалению. Из-за времени не получится у меня. Блин, ну что ж такое-то, а? Придется нам с вами играть своим уберским отрядом, который всегда, ребят, нас выручает.
Я думаю, что он здесь нам поможет. Да, все. По времени не вышло у меня, к сожалению. Не успел я его продамажить. Это жаль. И во всем виноваты вот эти вот ребята-черепахи. Они бомбили сзади. У них довольно неплохой радиус повреждения. Причем взрывной. Так-то, конечно, мы этот этап пройдем с вами, но... не на 3 звезды. И меня это расстраивает. Ой, придется переиграть. Придется все это дело обязательно переигрывать. Ну давайте, 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 уже заплевываем. Все. Продолжить. И, конечно же, ребята, переигрываем. Переигрывать будем с вами вот этим отрядом. Слушайте, я думаю, что должны пройти, хотя, опять же, не факт. Терракоша, вы знаете, это и есть Терракоша. Против него очень плохо. И я не знаю, как мы тут будем с вами с богиней света справляться. Так, он вызвал самурая. Естественно, нам нужно в противовес вызывать нашу мага-воина. Так, все это дело подронено. Кто там? А уже, что ли, вышел? Вот, вот это вот бесяво, ребят, конечно. Очень бесяво. Когда вот так вот все попадает. Так, ну, по крайней мере, мы с вами вудженов можем притягивать. И это уже хорошо. Так, Ронин, Ронин, Ронин. Жух, отлично. Ну, что это там, черепашка? Елки-палки. Воу! Так, богиня света вышла. Собственно, ребят, персоны. Хреново. Это очень хреново, честно вам скажу. Так. Короче, ребята, делаем так. Я вызываю ведьму. Я вызываю ведьму. Ронин пошел. Сейчас мы будем с вами делать, знаете что? Притягивать. Погнали. Так, нормуль. Все, как вы видите, богиня света у нас отдуплилась. Вот это вот самое хреновое. Вот это самое хреновое, когда вот Джен этот паршивец сзади там стоит. Давай, 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 давай. Вот Джена, ребят, наказываем вот Джена. Есть. Слушай, может быть, все-таки есть небольшой шанс-то на победу, а? Какой-то совсем небольшой, ребята, шансик. Слушай-ка, да скорее всего здесь вообще замечательно у нас все будет. Так, 31 секунда. Да ну вот этот, ребят, задерживает нас просто-напросто. Да ну, не может быть, опять что ли не сможем мы, ребят, с вами. Скорее всего. Скорее всего, или все-таки получится. 15 секунд. 10. Ну. 2 ведьмы. Успел 2 ведьмы. Есть. Ух, ребятушки. На 4-й секунде до завершения, ребят, я завалил базу вражескую. Вот это было круто. Вот теперь мы с вами берем сундук и смотрим, что нам отсюда выпадет. Слушай, 9 карточек на тигра, 10 карточек на терракошу и почти 10 тысяч голды. Вот это шикарно. Ну что же, у нас с вами заключительная, ребята, территория. Это захватчики у нас здесь. И давайте посмотрим. Так, пришелец и жаба с молотом. Все это дело заправлено 80 и 82 уровнем. Поэтому я думаю, что вот этот отряд мы с вами оставим на босса. Поэтому нам нужно как-то... Хотя, в принципе, здесь пришелец. Давай вот так вот сделаем. Почему бы и нет, да, ребят? Жаба с молотом стоит не дешево, поэтому в противовес у нас будет идти кто? Естественно, для начала, ребят, я вызову мечника, наверное, да? Что-то он не выпускает, ребят, своего гаврика. Ага, вот так он хочет сделать. Ладно, поехали. Вот, вот почему, ребят, я ведь знал, что он его похитит в обязательном порядке. А ну-ка. Кстати, здесь даже можно вызвать и БФГ. О, смотри-ка, что получается у нас. А ну-ка, тресь, тресь. Так, похищай этого, вот. Нормуль, я вам скажу, пока хорошо, ребят. Ой, вообще изи, ребят. Так, вызываем баллисту и понеслась, как говорится, у нас жара. Во,
вообще четенько. Четенько все получается. Так, можно еще, в принципе, одного паладина вызвать на всякий случай, да? И ускорение нам выпадает. Сейчас разнесем в хлам. А ну-ка, иди отсюда, пришелец. А знаете, что я хочу вызвать? Ребят, вот, нашу друидку. Ну, она, конечно, здесь не актуальна. Мы уже потому что базу почти завалили. Ну, просто вот захотелось мне и все. Стырил. Видел, он что стырил? Он стырил, ребят, тотем, который мне и нафиг не нужен. Все. Изи. По-другому не назовешь. Так, ну а мы переходим с вами на второй этап. И давайте смотреть, кто здесь прибавится. Ой, ничего страшного, ребят, прибавляется всего лишь воблер. Воблер для нас это ерунда. Я думаю, что БФГ, в принципе, даже очень хорошо будет с ним справляться. Ну, я про воблера. Так. Естественно, естественно, он, ребят, вызывает этого пердуна мелкого. Как же без него-то? Воу-воу-воу-воу, разогнался. Так, давай, черный мечник. Ага. Слушай-ка, вот это вот уже мне не нравится. Тут уже как-то он... Блин, не успел, да, ребят, не успел он похитить. И это хорошо. Я думал, что он сейчас у нас стырит все-таки нашего этого паладина. Но нет, не тут-то было. Возня, возня, ребят, пошла. Я вызываю друидку. И все, ребят, можно сказать, тут по красоте мы с вами прошли. Если друидка уже вышла, то тут никто уже ничего им не поможет. Это я вам точно говорю. Тем более, если я еще вот так вот применяю свой суперудар. Даже не успел, ребят, похитить мечника моего, а хотел. Но не тут-то было. Вот единственное, ребят, вот этот вот лак мне не нравится, короче. Аура вот этих вот тотемов как-то бесяво прорисована здесь. Ну да ладно. Не об этом сейчас речь, а дело в том, что мы сейчас... О, карточки, карточки выпадают. Кстати, нам тоже там вроде бы немного оставалось для полной прапки жабы с молотом. Там где-то около 20 или 30 карточек, если я не ошибаюсь. Ну что же, прошли, прошли мы и этот уровень с вами. И, кстати, когда друидка выходит, да, вы замечаете, у нас как-то подлагивать начинает игра. Это, видимо, связано с тем, что она вызывает вот эти вот тотемы. И тотемы начинают вот так вот светиться, и от этого начинает как-то игра подлагивать. Ну что, давайте очередной бой. Здесь у нас слизень-морпех космический, ребят, прибавляется. Угу. Давай мы также. Будем, ребята, по той же самой схеме работать. О, воу-воу-воу, тихо, погоди, вот это вот. Тут для меня нежданчик, если честно. Давай, Палыч. Оу, успеет, успеет, не успел. БФГ, убери. Ребята, он взял и паладина у меня стырил, говнюк. Этакий, а? Ну? Так, отлично, пока хорошо. Вызываем ряд баллисту. Ха, ничего не успел сделать. Зергут. Ну что, ребят, я думаю, что нам надо вызвать теперь друидку. И все, в принципе. Дело сделано, да? Ну... Так, сделаем. Кого он там, мечника, да, стырил, гаденыш? Мелкий воришка. Пришелец-воришка. О, три БФГ тут сейчас всех разнесут. Даже этого морпеха, наверное, да? В легкую. Чувак полетел в другую сторону. Ну что же, шикарно идем, даже вообще не напрягаясь, я вам честно скажу. И у нас, ребят, прибавляется кто? Ой-ой-ой, прибавляется улитка у нас. Вот кто. Улитку нам надо, наверное, вот, ребята, уже вот этим отрядом контрить. Поехали. Будем стараться, да? Так, улитка. Против улитки, ребята, будет выступать у нас, естественно, голем. Ну, я знаю, что она должна вылететь. Вот она, летит, говнюха. Сколько здоровья отнимет? Слушай, ну это терпимо. Это терпимо. Так, вот она и жаба. Ага, вот и воблер. Ребят, что-то, по-моему, перебор какой-то пошел здесь. А если я так сделал... Блин, да кого ж ты там подбила-то, ё-моё.
Ребят, зря фаербол просто-напросто использовал. Серьезно вам говорю. Воблер, ты достал уже. Ё-моё, ты смотри, что творит. Минус. Так, плюем, плюем, плюем. Этого Воблера запинали, отлично. Блин, сейчас голема похитят. Оу, сейчас еще и против меня его, да? Ты что делаешь, эй? Мразь, блин. Вы видели, что сделал, ребята? Он выпустил против меня же голема. Так, хорошо. Пролетел, как говорится, этот пришелец. Я уже хотел вызвать, но подумал, зачем вызывать. Нам пока этого делать не надо. Опс, похитил, да, все-таки. Ладно, пускай, ребята, он похитит лучше прыгуна, чем какого-либо танка. Ты-дыч! Смачно получилось. Ребят, 58 секунд, у нас как-то игра не вяжется, если честно. Опять голема похитит сейчас, гад. Достал уже, вот серьезно говорю. Ну. Так, давай, прыгун, пошел, 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 пошел. Ребят, 42 секунды. Кого? Джаггера похищает. Ну, конечно же, Джаггера, кого еще можно, ребят, тут стырить? Как не Джаггернаута? Фаербол полетел. Эх, надо, я не знаю, что сделать. А что тут сделать? Что, ничего, ребят, не сделаешь. Блин, он достал уже, ну серьезно говорю. 20 секунд у нас осталось, еще конь не валялся, блин. База еще почти целая, ребята. Одни плевуны у меня тут работают, остальные все. Да и никого тут больше и нету, ребят, остальных. Так. Блин, он достал. Ну, 3 секунды, не успеем, или успеем? Успел или нет, ребят? Я... Там 0-0-0-0 секунд было, ну-ка смотрим. Раз, два. Не успели, ребят. По времени не успел. Придется переигрывать. Че, вот этим отрядом? Да, этим отрядом вряд ли мы успеем с вами, если честно. Но попытаться надо. Они медленные. Этот отряд хорош, но он медленный. Вот в чем проблема вся. Так, тут улитка, не стоит забывать об этом. Так, хорошо. Может быть... Я вот знаете, что думаю? Если нам, например, сразу вызвать... А, нет, фигово получится, ребят. Получится фигня полнейшая. Зачем я так сделал? Так, хорошо, давай попробуем. Чёртова улитка летит. Бесявая, а. Я, ребята, вызову все-таки, наверное, друидку. Но ее надо прикрывать. Пускай этот тотем ворует там. Дурила-то, чертова. Эй! Оу! Ты видел, что произошло? Да, ребят, я это видел. Они взяли мне просто-напросто и смели мою друидку. Знаете кем? Одним выстрелом этой улитки. Все, тут, короче, я проиграл. Сдаемся. Даже не буду, ребята, ни ваше время терять, ни свое. Пускай валят. Ну и, конечно же, будет сейчас включаться убер-команда. Вы прекрасно понимаете, что это за команда. Которой равных пока у меня нету. Из всех даже команд, если брать. Сейчас будем просто разносить в хлам, в щепки их. Поехали. Эта команда, вот она. Энергии здесь хватает, как раз мы с вами пройдем. Еще даже и на босса хватит. Ну что же, поехали. Мы будем устраивать здесь полный кавардак. Так, здесь, а, улитка же, улитка, точно. Ну, для этого дела, ребята, у нас есть щитоносец, который очень хорошо нам помогает. И он довольно крепкий, посмотрим, сколько отнимает здоровья. Блин, половину. Половину сносит, короче, ребят. Так, давай еще одного выпустим, потому что я знаю прекрасно, что сейчас полетит этот пришелец назойливый. Эй, нет, 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 нет. Вот так вот. Фу, наше спасение, грубо говоря, сейчас было. Ох, бомбит она, а. Да, эта улитка, ребята, нам, по-моему,
принесет еще очень много бед. Да кого же он будет похищать? Блин. Этот воблер доставучий, а. Так, короче, здесь без ведьмы не, нам никак, ребят. Надо ведьму вызывать. Сейчас я ее вызову. Все, ведьма вышла. Сейчас начнется здесь жара. Поехали. Сейчас, ребятули, пускай этот ворует этих зомбарей. Нам, в принципе, пофиг на это все. Ух, все, вот мы подошли с вами к базе. У нас еще 50 секунд. Я думаю, этого нам хватит, чтобы разнести эту базу к ядрене фени. Так, давай, 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 ребятули. Поднапряглись. Не расслабляемся, не раскисаем. Е, отлично. Ну что же, и мы с вами переходим к последнему, ребята, этапу. Это этап с боссом, кто босс. Да, боссы здесь у нас, как всегда, ребят. Лорд пустоты, опять же здесь улитка. Опять жаба с молотом. Слизень прибавляется. То есть будет сейчас жара. У нас на все про все две попытки. Две попытки, ни больше, ни меньше. Если мы сфейлимся, то все, ребята. Тю-тю. Пиши пропало, грубо говоря. Так, ну что, вызываем для начала, ребят, своего щитоносца, это обязательно. И копим. Копим как можно быстрее на... Опа! Вот это прикол сейчас был. Все, сейчас буду вызывать ведьму. Я только накоплю на ведьму и буду начинать именно с нее. Давай, 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 ведьма. Да хорош ты! Так, плодим, ребята, плодим армию зомбарей. Так, слизня просто, ребята, ронен на... Оу, и он уже вышел. Да как вот так вот может быть? Вот только я вызываю, и он тут же сразу же. Ну это, разве это справедливо? О, началось, да? Заморозка! Есть! Ну! Давай, 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 бомби! Еее, все! Ребятушки, победа у нас в кармане. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Так, лорда пустоты больше нету. И мы с вами просто победоносной походкой двигаемся к базе. Сейчас будет шикарно все. Блин, ну почему мага... Так, тихо, улитку, ребят. Эй! Слушай, может быть я рано радуюсь-то пока, а? Слушай, были же такие моменты, когда я радовался победе, да? На самом деле, ничего у нас хорошего не получалось от этого. Мы с вами, бывало, и проигрывали даже. Таких у нас, ребят, серий очень много. Так, ну, сейчас вроде бы все хорошо. Мы уже бомбим базу. И да. Ну что, ребятули, могу только нас всех поздравить с этим величайшим проходом. Мы прошли. Получаем сундук. И нам достаются 10 жабы с молотом. 9 карчик базы. И, опять же, 9500 голды. Плюс здесь 13 черепах, 13 карточек на деда и 13 карточек на щитобота. Ну что, ребята, отправляемся с вами на следующий портал. Так, и будет нас встречать, короче, земля подданных, потом роботы, потом опять подданные, нежить, подданные. Короче, ребята, очень много подданных и роботы с нежитью. Так, у нас, по-моему, еще есть, да, где-то... Энергия. Так, энергия, энергия. Кстати, да, ребята, видите, это у меня новый состав на прокачку. Поставил. Хочу тигра все-таки прокачать. Ну, вы порекомендовали. Я думаю, что действительно от него будет здесь много толку. Ну что, у нас еще вот здесь энергия откопилась. Откопилась, накопилась. Поэтому давайте, ребят, потратим ее. Здесь должно быть все хорошо и легко. Будем с вами проходить. Так, я жду. Фехтовальщик должен, по идее, выйти первым, да? Нет, смотри-ка, я был неправ. Ладно, а если мы сделаем вот так? Нас, наверное, здесь сейчас раскурочат, ребят. Ох ты, ты посмотри. Ядрить, макарить. А чё так больно-то, чё так жестко-то? Фаербол.
Прям, ребят, на пределе было. Они хотели уже по базе бомбануть. Но ничегошеньки не вышло. Кстати, смотрите, как, ребята, чумная мышь у меня здесь раздухарилась. Просто по красоте. Все-таки не зря, да, мы ее с вами в свое время прокачивали. Ей бы еще звездочку. Вот это было бы вообще шикарно. Она бы... Имбой бы стала бы у нас из летунов. Хотя у нас и грифончик тоже скоро на подходе. Так, ладно. Давай прыгуна призовем. Тут уже все, мы с вами на расслабончике играем. Давай, давай, прыгун, бомби, я фаерболом добиваю. Ух, чем больше сегодня мы с вами пройдем, тем меньше нам останется на следующей серии. Так, а здесь у нас прибавляется копейщик. Ох, здесь уже две, ребята, две энергии. Так, значит, мы где-то с вами два уровня еще пройдем. И это хорошо. Так, я готов. Я готов, как всегда. Жду, ребята, мага-воина. Сейчас, 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 я надеюсь, он не успеет дойти. Он не должен успеть дойти. Вот так вот. Пумс. Готовченко. Так, можно Ронина попробовать? А? Ладно, фиг с ним. Ронин тоже не будет лишним. Давай ниндзю вызовем теперь. Так, тут можно ускоряться. Тут все, вообще и так все ясно, ребят, что победа будет за нами. Без напряга, к тому же. И последний, ребята, этап у нас, вот этот вот третий, как раз для последней энергии. Больше, да, больше, к сожалению, у нас энергии нет нигде. Ну что же, поехали. Тут всего лишь добавляется лучник. Лучник, я, кстати, уже заметил, что лучник, на самом деле, для нас это вообще ерунда полная. Раньше он был хорош, да, но сейчас он уже все, ребята, сдал свои позиции и отошел вообще на задний план далеко-далеко. Так, опять же, фехтовальщик. Ребят, нам нужно кто? Нам нужно ниндзя. Я думаю, здесь ниндзя будет лучше. А потом, наверное, Ронина. Да? На закусочку, так сказать. Вот и, ребята, Ронин. Тыдыч! Готово. Вот ниндзя, конечно, здесь, ребята, уже слабовато становится. Вы заметили? Ну, понятно, здесь какой уровень у бойцов. Я, кстати, не заметил, какой у нас тут уровень-то, действительно. Ну, наверное, не маленький, не ниже 80, наверное, 2-го, 3-го. Так, хорошо, ураганчик, заморозка, ой, все, что душе угодно. Я обалдеваю, ребят, когда Ронин наносит урон по базе в неистовстве, да, когда вот он бежит. Сколько он наносит дамага, это просто колоссальные удары. Ну что же, вы прекрасно понимаете, да, что энергия у нас закончилась. Мы с вами полностью всю ее потратили. Сколько могли, мы сегодня с вами прошли, поиграли. Я думаю, что сегодня была вообще замечательная игра. Так, что я хотел посмотреть, у нас никаких тут... Ничего нету. Так, арена. Арена будет. Кстати, арена. Через 3 часа, ребят, я еще сниму куш по карточкам. Наверное, это будет за кадром уже. Так, и у меня 129 тысяч. Я вот думаю, может быть, нам... Терракошу я прокачал, ребята, по максимуму. Пока не знаю, когда мы будем его использовать. Я вот думаю, что... Может быть, вот с этим... Нет, привидение у него всего 2 звезды. Может быть, грифона. Давайте начнем, наверное, потихонечку, ребят, с вами апать грифона. Нам нужно еще какого-нибудь юнита летающего хорошего. И я думаю, что грифон на эту роль пойдет как никогда лучше. Тем более, вы знаете, что у него вот есть феникс, да, принимает новую форму после смерти, обрушивая на врагов страшную месть. И вот, представляешь, если у нас будет грифон, предположим, да, тигр, молотильщик. Кто там еще у нас в предсмертной агонии-то выпускает всякую гадость? Просто имба будет. Кстати, уже почти 400 гемов. Скоро, ребята, откроем с вами эпический сундук. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока и удачи.